Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» Составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Гектор. Гектор – старший сын царя Приама и Гекубы, муж Андромахи, главный защитник Трои в Илиаде Гомера. Гектор руководит троянцами в сражении, дважды вступает в бой с Аяксом и убивает Патрокла. Гектору все время помогает Аполлон, что послужило поводом считать его сыном бога. Стремясь отомстить за смерть друга, Ахилл вызывает Гектора на бой и с помощью Афины Паллады смертельно ранит его. Затем, проколов на ногах умершего сухожилия и продев сквозь них крепкий ремень, привязал труп к колеснице и протащил изувеченное тело вокруг Трои. После чего Ахилл бросил тело к смертному ложу Патрокла. Лишь когда старый царь Приам пришел к Ахиллу и мольбами растрогал его сердце, тот возвратил тело Гектора троянцам. Сцена погребения Гектора завершает Илиаду. Образ Гектора стал олицетворением благородства. В античной пластике и вазописи особенно были распространены сюжеты прощания с Андромахой и гибель Гектора в поединке с Ахиллом. Ну вот так вкратце о Гекторе, старшем сыне царя Приама и Гекубы, муже Андромахи, главного защитника Трои в Илиаде Гомера. Пока-пока, до свидания.